Доброе утро, наступила пятница, программа 7 до 10, Югра онлайн на ваших экранах. Давайте посмотрим, что интересного происходило в нашем югорском интернете. По традиции мы начинаем с новостей. Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях на этой неделе стал Сургутский государственный университет. Он занял 37 место из 410 в рейтинге российских вузов крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга. При составлении рейтинга учитывалась востребованность выпускников при трудоустройстве. 37 место, я считаю, очень даже хорошо. Поэтому поздравляем Сургу и переходим к видео. Вот что я нашел на этой неделе. В последнее время в Югре все чаще стали замечать сов. Маскируются они отлично, а так видео, я уверен, было бы больше. Если бы на улице было тепло, а так это же ледяной бассейн. Осадков еще не было, а снег уже появился. Достаем лыжи. Пообедали, оставили на ужин и побежали по своим делам. Как быстро выключился свет. Будем надеяться, что никто не пострадал. Видео в сети очень мало, поэтому снимайте больше, чаще, желательно горизонтально. Отправляйте нам, делитесь с друзьями, все посмотрим, все покажу. Не болейте, и гору вам лайков!